Родные предпринимателя, который был убит за шантаж своего знакомого неким интимным видео, пытаются добиться ужесточения наказания. Предприниматель Алик Хатоев, ранее занимавшийся ритуальным бизнесом, был застрелен в своей квартире 3 выстрелами в упор знакомым Рустаном Шаричаном. Причина убийства, по словам родственников, именно угроза распространения этого самого интимного видео. Статья за убийство предусматривает 15 лет лишения свободы, но ему за это убийство дали лишь 7, что вызвало негодование родственников. Он открывает дверь, она заходит, а за ним стоит Шаричан и стреляет. Ни слова, ничего. А по их показаниям, якобы там у них было 40 чего-то, они ничего это не почитали. Кроме того, Шаричан угрожал родственникам Хатоева перед началом судебного заседания. Говорил, что не жалеет, что совершил убийство Хатоева. Шаричан угрожал, матом ругалась. И даже в ваших съемках есть оно. Никаких прощений, никаких этих. Даже слова не было об этом. Наоборот, он даже вот по армянским, по языцким, по нашим словам гордится, что убит. Расскажите нам о мотивах вашего подзащитного. Что его толкнуло на поступок? Все-таки речь шла об интимном видео. Якобы он сам своих вину признает, что был интимный видеосъемка. Но если он сам признает, жена признает, дядя признает, говорят, там грязная видеосъемка. Поэтому и пошел на убийство. Но вот доказательства к этому ничего нету. Расстраивался ли он в процессе? Потому что родственники говорят, что он даже не принес своих извинений. Какой позиции он сейчас придерживается? Согласен ли со сроком, который ему дали? За убийство, хотя в некоторых судах 12 лет озвучивают. Но здесь 7 лет. Банку огурцов украл, что ли? Кстати, апелляционный суд не стал увеличивать срок или отправлять дело на повторное рассмотрение, потому родственники убитого намерены обращаться в кассационную инстанцию.